без лишних слов, мой день Б начался с банки безумно холодной, безвкусной бабуйни. Буду завтракать. Бананы из Бангладеша. Самый бравый завтрак для блестящего боя. Что-то забубукало в животике. Будет лучше, если я булькну боржоми. Бульк, бульк, бульк. Мой животик буркнул благодарю. Без 15:05 было на часах, когда в дверной звонок начали бешено звонить. Бабуля, быстро подумал я. Но это была не бабуля, а безрукий человек. Он что-то пробормотал и бросил в меня бумагу. Какой бескультурный безрукий парень, подумал я. И закрыл дверь. Бумага оказалась белой, и на ней было написано какое-то слово. Б-б-б-б-б-б-б. Вдруг большое беспокойство образовалось внутри. Надо пообедать, будет легче. Баночка божественной нутеллы и банан. То, что Бог прописал для такого боя, как я. Но беспокойство еще оставалось где-то в моей башке. А брось, ты так беспокоиться, сказала мама. Будь на релаксе, как будто на Бали. Бали — это хорошо. Мама взяла бумагу, которую принес безрукий грубиян. Баранчик мой бородатый, ты не дочитал. И дала ее мне. Будешь со мной дружить? Блин, кто же пишет такие бестолковые записки? Будешь ужинать? Буду. А что? Безумно вкусные чипсы бананов. Блинский, краблинский, это же самое любимое блюдо. И березовый сок, чтобы ты всегда был здоров. Я поблагодарил маму и безумно уставший побрел спать. Короче говоря, вот такой день Б. А пока я танцую безумный танец Бамбалейлу, давай соберем 10 000 лайков под этим видео. Для этого нужно поставить лайк и поделиться видео с друзьями. А если ты хочешь еще поржать, тогда посмотри другие наши видео бородатой семейки. Пока!